Видите, как затейпировано правое плечо Нурсаитова. Видимо, была недавняя травма. Это Бученафа. No husband. Very carefully listen. Second. What? Ну так, Нурсаитов повыше. Оба боксера работают в правосторонней стойке, оба левши. Пытаются вот так джебами опередить друг друга. Довольно быстрые джебы, довольно резкие и плотные выбрасывают боксеры. Рефери посчитал, что этот удар в корпус был со стороны Нурсаитова ниже положенного. Неплохо. Бросил двоечку боксер из Казахстана. Теперь претензия та же самая боксеру из Алжира. Очень строгий рефери. Тут не забалуешь. Оба стараются отстоять свою позицию в центре ринга. Не пяди назад. Выцеливал сейчас Нурсаитов, и неплохо это у него получилось. Опять ниже пояса. В одинаковой манере действуют боксеры. И стойки одинаковые. И тактика, которую избрали они на этот поединок, тоже похожа. По-прежнему продолжается перестрелка на средней дистанции в середине ринга. После команды Брэк нельзя было бить.
Снова в центре ринга. Проходит в основном все действия. Как-то в начале. Так. Так можно и травму получить, подвернуть ногу. Но, слава богу, обошлось. Чинафа снова в деле. Неплохо он смотрится во втором раунде. Если поначалу так вот чисто внешне, да, казалось, что увереннее в ринге держится его соперник, то вот это постоянные атаки, постоянное стремление идти вперед, атаковать. Который демонстрирует боксер из Алжира, мне кажется, идут ему на пользу. Встретил. Сейчас пытался боковым по туловищу достать соперника, но промахнулся. Ну, все это действует, конечно, поспокойнее, посмотрите. Его не смущает вот это давление со стороны соперника, которое увеличилось во втором раунде. Видите как? Прицелился, выждал момент и атаковал боксера из Казахстана. Ну, вот сейчас ушел от этих ударов. Хорошую защиту демонстрирует Нурсеитов. И второй раунд окончен. Заключительный раунд. Очень заряженный так вот, по взгляду, по очень темпераментный так вот. Вышел на раунд Бучинафа. Соперник, наоборот, спокоен. Продолжает вот так вот, не спеша, но вполне результативно действовать. Неплохая комбинация от алжирца. Не сумел перехватить, провести свою контратаку Нурсеитов. Иногда он кажется чересчур спокойным. Все-таки такая вот академичность. Попадает. Стоп!
Ученифа снова рядом. Снова пытается. Доказать свои притязания. Сближается. Выбрасывает боковые удары. Сейчас ниже пояса был опять удар. В принципе, Нурсаитов действует так правильно. Может быть, чересчур академично, как я уже говорил. Может, чересчур спокойно. Он, нет, конечно, не сушит бой ни в коем случае. Действует рационально, да. Ну, почему бы и нет? Ну вот, концовка. Здесь надо себя показать уже, выложиться. Либо потянуть время. Увлеклись боксеры, ну сейчас и гол прозвучит. Ну что, близкий бой был, ничего не скажешь. Нормально, дышим, встань ровно. Слышите, да, нормально говорят. Тимуру. Ну. Это еще не значит, что победа ему гарантирована. Хотя, на мой взгляд, конечно, в плане бокса, боксирования, он был получше. Но ждем, что скажут судьи. Жалко, мы не слышим. Единогласное решение или нет? Эхо такое в зале, что здесь в Останкино трудно разобрать. Ну что ж, друзья, Тимур Нурсаитов побеждает в этом бою, проходит дальше. А мы на этом заканчиваем нашу трансляцию. Напоминаю, это был ринг А. Вечерняя сессия. Мы посмотрели бои в весовых категориях до 49 и до 75 килограммов. Завтра продолжение. А пока на сегодня все. Всего вам хорошего. До скорых.